Россия ведь не просто территория, не просто круг лесов, озер и рек. Россию делает ее история. Россию делает людей менталитет. Наши отцы и деды делом доказали, что чувство патриотизма передается у нас из поколения в поколение. Гордость за нашу культуру, традиции, достижения науки, техники, знания истории и почитание своих корней – вот что составляет мощь нашего многонационального народа. В России проживает 193 народа. Любые расколы губительны. Только единство и общегражданское согласие могут привести к успеху, сохранить суверенитет государства. Патриотизм в нашей стране – не просто громкое слово. Это особенное чувство любви к родине. Это ощущение, что сердца людей разных национальностей бьются в унисон. Наше единство – залог процветания государства. Сила и преимущество нашего поколения – в способности мыслить свободно, предлагать нестандартные решения, чтить и уважать законы не только своей малой родины, но и нашей общей родины – России. При поддержке Федерального агентства по делам национальностей пройдет Всероссийский патриотический межнациональный лагерь «Поколение Z». Оздоровительный комплекс Литвинова станет площадкой для творчества и общения представителей многих регионов нашей бескрайней родины. Десятки тренеров и экспертов, часы живого общения, творческие мастерские и музыкальные номера, спортивные мероприятия – все это ждет участников лагеря. Поколение Z. Время выбирает тебя.